Здравствуйте, здравствуйте. Новый футбольный день начинается у нас в Сибири, где стартует через несколько минут матч Енисей-Балтика. И этой встречей начнется уже восьмой тур Мелбет первой лиги сезона 24-25. Вообще, взаимоотношения внутри калининградской команды, которые, ну, прямо скажем, ну, по крайней мере, если смотреть на это отстраненно со стороны, в том числе и журналистской, комментаторской, кажется, что в Балтике в этом плане действительно много проблем. Итак, игра стартовала. И длинный какой заброс в зону левого нападающего от Томаса Рукаса. Это Андрей Мазурин входит в штрафную, в центр убирает. Какой момент! И вот все эти опасности, напряженности, что создавало на стартовых минутах Балтика, могли сейчас быть перечеркнуты. Вот мне оказалось достаточно, чтобы не проводил Тихонов ротацию. И какая атака классная! Балтика завершает ее голом. Великолепная передача. Давайте сразу ее отметим с правого фланга. И завершение Кирилла Никишина. Вот он. Вот он, забивной джокер Балтики. Вот он, лимитчик по возрасту. Из четырех игроков середины поля Тигран Аванесян не сумел выбить мяч. Удар Ломакина, и какой момент! Браво, Свинов! По-моему, только благодаря голкиперу сейчас Балтика избежала пропущенного мяча. Гроссмейстерски бил Александр Ломакин. Забирает право исполнить штрафной. Подача капитана. И удар опаснейший, Свинов! Что творит голкипер? Здесь тоже было очень непросто. Наверное, все-таки не так опасно, как при ударе самого Ломакина из-за пределов штрафной. Очень приличная. Ой, что это? Что это за ужас? Как такое может быть, Станислав Антипин? Даже никакой реакции, посмотрите, ни от Андрея Тихонова, ни на трибунах, потому что это просто шок. Это невозможно понять, это невозможно объяснить. Ну, во-первых, в створ ворот, конечно, нельзя отдавать своему вратарю. И рисковато это сделал Томас Рукас. Титков, забегание Сауся. Титков решает пробить сам. Не попадает точно по воротам. Хорошая какая передача от Андрея Чуканова проходит. Данил Григорьев, опаснейший момент. И мяч в воротах, Александр Ломакин. Енисей забивает. Классная комбинация. Но какой же пас прошел у Андрея Чуканова. Просто великолепный. 85-я минута. На самом ее исходе забивает Енисей. По сути, в первой же голевой ситуации во втором тайме. Данил Григорьев. Отчаянный заброс вперед от Гелизетдинова. Андраде выигрывает верховой мяч у Ломакина. И это финальный свисток. Есть! Первая гостевая победа в сезоне для калининградской Балтики. Команда изначально один из фаворитов турнира. Балтика побеждает. Да.